Сейчас бойцы продемонстрируют вам запрещенную технику на соревнованиях по приему с ногами. Запрещены прямые удары кулаком в голову, боковые удары кулаком в голову, удары снизу кулаком в голову, удары перевернутым кулаком в лицо, удары в голову открытой ладонью, удары в голову ребром ладонью, удары в голову локтями, удары пальцами в глаза, удары в горло, удары головой в лицо, удары в пах. Прямые удары в коленные суставы. Удары в спину. Вести бой, придерживая руки противника и работа в клинче. Подхваты и проносы противника. Толчки руками с нанесением ударов. Захваты задоги с нанесением ударов. Захваты за голову с нанесением ударов. Захваты с броском и добиванием. Оценки на татами за применение запрещенной техники, ведущие бойца к поражению. Демонстрация разрешенной техники на соревнованиях по правилам кёкусинкай. Разрешены прямые удары кулаком в корпус, удары снизу кулаком в корпус, удары сбоку кулаком в корпус, удары сверху кулаком в корпус, удары локтями в корпус, круговые удары ногами по ногам. Круговые удары ногами в корпус. Круговые удары ногами в голову. Удары коленями по ногам, корпусу и голову.
Прямые удары ногами в корпус и голову. Боковые удары ногами в корпус и голову. Удар ногами с разворота по ногам в корпус и голову. Удар ногами в голову в прыжке. Удар ногами сверху в голову. Оценки на татами за применение эффективно разрешенной техники, ведущей к нокдауну и нокауту. Thank you.